Добрый день, дорогие друзья, Топ-сад. Поздравляю вас с днем смеха. Подвалило нам снега. Конечно, шуток у нас сегодня как никогда немного, но тем не менее посмотрим, что день грядущий нам грядет. Вот вода у нас вчера было минус 5, в маленьком пруду чуть примерзла. Надо сказать, что снег выпал вчера достаточно много. И холодрыга была жуткая, но снег благодаря солнцу уже растаял, и дорожки у нас практически оголены. Что в теплице происходит? Ну, вот видите, в нашей теплице растут сидираты, что работает вместо лопаты и граблей, и, конечно же, укрепляет нам почву, делает ее благодатной и так далее. Какая температура здесь на почве? Но если вам видно, то получается на солнце здесь целых 35 градусов. Надо сказать, что электронные датчики, которые мне тут стоят в теплице, показывают вообще 40 градусов. Вот видите, как здесь у нас комбинация сидиратов, и рапс, и горчица, и овес, и так далее. Все это очень эффективно, еще нужно. Посмотрим, что у нас с голубикой. А вот голубика, видите, уже пошла. Во всю этот датчик электроудаленного удаленного измерения температуры я контролирую в теплицах температуру в доме. А что показывает температура земли? Сколько у нас здесь температура земли? Здесь 14 градусов. Ой, нет, 12 или 13 градусов. А это вот брусничка вышла. Сейчас мы все это расчистим. С правой стороны здесь у меня червяки, закрытые скошенной травой. Их много, и они хорошо себя чувствуют. Ну, а здесь, видите, пошла уже груша. Здесь дуб и абрикосы, которые у нас посажены в специальные контейнеры. Переживали не такую уж холодную зиму. Здесь орехи. Орехи у нас посаженные уже от, они стратифицированы. Орехи. Орех пекан. Их у меня 9 сортов. Надеюсь, что-то из них вырастет. Они большие, очень вкусные, как грецкий орех, но не совершенно не имеют горечи. Где же вы, ребятушки? Ну вот он, орех. Видите, орешечек. Такой, ну не будем его тормошить, оставим он в своем месте. Даже на уровне пояса, видите, в теплице 36 градусов. Ну, пускай прогревается земля, как говорится, да. С первым днем весны, хотя нет, подождите, какой первый день? 1 апреля, это уже второй месяц весны. Надеемся, мы с вами еще поговорим и о весне, и о лете, и осени. Дай бог, чтобы у нас все было хорошо. Не теряйте надежду. Все заканчивается. И на поле неудач растут семена успеха. Надо сменить свои технологические привычки, подняться выше над проблемами. Мы добьемся успеха. Всегда есть выход. Из любого самого безвыходного положения выход всегда есть. Главное... Подключил датский датчик температуры. Теперь большие форточки на теплице саморегулируются, и температура здесь в теплице никогда не будет подниматься выше 32 градусов. Так что результаты налицо. Цели, задачи у нас громадные, большие. Кроме того, чтобы выжить, надо еще дать жить другим. Главное быть солидарными, дружить, делиться, отдавать и любить. Всех благ вам, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал. Удачи на даче. Вот наша задача. В здоровом теле. Придачу.